прекрасный город и замечательные люди. Красивые и очень доброжелательные. Яркими впечатлениями о Самаре и ее жителях делятся гости из Южной Кореи. В Самаре они не впервые, но на этот раз программа визита особенно насыщенная. Впереди множество деловых встреч. В прошлом году власти Самары и корейского города Тхуньон подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда же произошел обмен делегациями, в том числе культурными. И вот новый шаг. С 1 по 4 марта в Самаре проходят Дни корейской культуры. В Самаре нас привлекают и культура, и космическая промышленность, и географическое расположение. И надеюсь, в дальнейшем наше сотрудничество будет развиваться не только в культуре и туризме, но и в экономике и в образовательных программах. Жители Самары смогут познакомиться с лучшими образцами прикладного творчества Южной Кореи на выставке в ДК «Заря», увидеть выступления творческих коллективов и даже попробовать Корею на вкус. В ресторанах и торговых центрах города пройдут бесплатные дегустации одного из символов страны – свежайших морепродуктов. Культурный обмен – начало перспективного экономического партнерства, которое может стать актуальным для всего Приволжского федерального округа. Я надеюсь, все это послужит серьезным прологом для установления серьезных экономических отношений между нашими городами. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Мы говорим о создании логистического центра по поставке морепродуктов в Поволжье. Мы договорились об обмене, в рамках обучения, об обмене чиновниками, которые в течение 6 месяцев будут проходить обучение в Самаре и с нашей стороны в Тхуньоне. Лучшие практики работы будут перенимать и депутаты двух городов. Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, искусства, экономики и туризма подписали Дума Самары с городским советом города Тхуньон. Этот визит нам дает уникальную возможность обменяться опытом со своими непосредственными коллегами, с председателем городского совета и депутатами городского совета города Тхуньон. Когда в сентябре прошлого года мэр Самары посетил наш город, мы узнали много нового о городском совете Самары. И с большой надеждой и волнением ехали сюда с ответным визитом. Когда я увидел своими глазами городской совет, меня восхитило его устройство. За 4 дня корейцам предстоит не только наладить деловые и экономические связи, но и насладиться видами Самары в маршруте «Знаковые места областной столицы». Оценят гости и туристический потенциал города на Волге. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.